Всем привет, ребят. Как-то начинал я, показывал, как я заготовил заготовки для топорища. И пошли комментарии, чтобы я показал, как я вообще делаю эти топорища. Не хотел, честно говоря, не хотел я заснять. Не люблю копировать, не люблю повторяться. Про это уже есть видео, где вот показывают, где делаю топорище. Ну, по вашим просьбам из моих подписчиков просят, чтобы я заснял весь процесс этого, как делаю топорище. У меня вон там в заднем плане заготовки немножко пусть оттают. Я с утра затопил печку, древесина ледяная, и сейчас вот немножко растаял в алюминии. Вот эта заготовка, вот смотрите, какая толщина, такой брусок. Я все делаю пилой. Можно, конечно, если есть возможность, все эти бруски сделать на пилораме, намного легче, быстрее, не надо мучаться. Определенную толщину, там, обрезную, брусок спилил, и все проблемы. А я вот все я буду делать вручную, ну, с инструментами. Для этого у меня из инструмента пойдет рубанок электрический. Дальше пойдет из инструментов. Вот смотрите, какой, я не знаю, как правильно называют, напишите в комментарии. Вот такой инструмент, чтобы кору убирать с бревна. Вот такая вот, вот эта штука. Дальше пойдет дрель. Все это вы увидите, для чего именно дрель понадобится мне. Ну, еще возможно будет, буду использовать такой электролобзик и, конечно же, топор. Дальше вот такой инструмент и обычные шкурки. Ну, вкратце буду снимать, показывать все это, как я буду делать. Сразу скажу, не из легких это занятие делать топорище. У меня в руках брусок очень толстый, неровный. Буду равнять электрорубанком. Дальше мне надо из этого толстого бруска сделать 30 см толщиной брусок, чтобы был. 40 это уже лишнее, 30 см самый раз. Это сырая доска, еще подсохнет, самая, ну, нужная толщина останется после того, как высохнет. А сейчас я буду рубанком все это делать, рубанком и топором. Дальше, ребят, я беру вот такой трафарет, чтобы чертить по этому трафарету. Thank you.
Ну вот, ребят, будем считать, что полработы мы сделали. Это только половина работы. Он дерево сырое. Немножко как бы с запасом я все сделал. И толщину, и длину. Вот смотрите. Буду еще сушить в комнатной температуре где-то неделю. И буду обрезывать, шлифовать. А эта заготовка уже, ну, можно даже уже с ним работать, в принципе. Это для колонна топорища. Все четко. По времени не знаю, сколько ушло у меня на один материал. Конечно, сейчас сильно помогают инструменты, электроинструменты. Конечно, вручную намного дольше надо сделать. Сейчас я буду продолжать работать. У меня еще там 7 штук или 6 штук заготовки. Там попробую что-то из них сделать, потому что там не очень качественный материал. Уже черные, сучья некоторые. Ну, но это я уже снимать не буду. Ну все, ребята, на сегодня я работу закончил. Сейчас вкратце покажу, что я сделал. Вот так выглядит сейчас моя мастерская. Немножко я уже сжег эти щепки, и столько вон еще, целая гора. Вот мой полуфабрикат, это уже, я считаю, это полуфабриката. Здесь опилки березовые, знаете, вот сейчас в мастерской такой запах идет, березовый сок, как будто, ну, березовым соком пахнет мастерская. Можно, я не знаю, для чего можно использовать это все. Но я буду сжигать. У меня в коробке уже там столько. Блин, прям жалко. Ну, такая мягкая она на ощупь. И запах такой, березовый сок. Ну, не будем долго задерживаться, болтать. Вот смотрите, что у нас получилось. 4 штуки топорища для колуна. Это полуфабрикат такой. Еще я дополнительно буду работать с ними через неделю. Целую неделю я буду сушить их в комнатной температуре. И один, ну вот, короткий получился материал такой. Сделал топорище, тоже полуфабрикат. Это для топора, для маленького рабочего топора получается. 2 штуки я забраковал. Из-за чего? Сейчас покажу. Но с виду все нормально, четко, брусок такой хороший. И тут сучок. Понимаю, если сучок как-то здесь заканчивается, но сучок на сквозную идет. И трафарет, ну никак не поставишь тут. В общем, бракован. И тут еще второй сучок. Это негодный материал. Я это не использовал. Он здесь вот выходит. Ну, получается, что он брак. Все. С ним работать я не буду. Второй я уже начал, как бы, уже заготовку начал рубить, пилить все это дело. И смотрите, тут у нас, я думал, эта чернота уйдет. Но начал рубить, и этот чернота внутрь заходит. Тоже пришлось забраковать. Вот так. Ну, не вышло из этого. Это пойдет на дрова. 2 материала, это дровишки. Конечно, время потратил я. Спилил пилой, потом рубанком чесал там. Все это дело делал, но пришлось забраковать. А вот эти штучки я буду сушить. Дальше подсушу нормально. Высохнет через неделю. Дальше буду работать с ними. И вкратце покажу, что я буду делать. А делать я буду шлифовать, и, ну, уже конечная работа. А сейчас это у меня полуфабрикат такой.
Ну что, ребят, сегодня будет третий этап нашей поделки топорища белое для колуна. Первый этап у нас был подготовка, материал, заготовки были. Дальше уже почти готовый полуфабрикат получился, только был сырой и не зашлифованный, вон смотрите. Ну это все вы видели, как все это делал. Где-то почти 2 недели я сушил в комнатной температуре, и он два раза легче стал, немножко он трещины пошли, но у меня сделан запас. Я отрежу, и эти трещины, в принципе, никакой роли не играют. Ничего с топорищем не случится. Еще один момент, чтобы, если боитесь, что у вас топорище лопнет, трещины пойдут, можно уже готовые топорище, вот я сегодня этот топорище закончу делать, и можно, скажем, сантиметров на 10 подержать в отработке, в масле, в обычном, в автоле или в отработке, если у вас есть, кто держит машину, обслуживает машину, там отработка остается, вот, в масле подержал, и немножко пропитается отработкой топорище, и трещины у вас не будет лопаться, ничего страшного не случится. Вот. Ну, не будем задерживаться, будем уже доделывать. Вот смотрите, все это надо подгонять, шлифовать, закруглить. Ну, у меня 5 штук тут, где-то примерно 1-1.5 часа на работу еще у меня будет. Ну, вкратце поснимаю, как я буду все это делать.
самодельная насадка, сам сделал. ДВП, дальше идет войлок, липучка, и сюда вставляется вот такой наждачный круг. Можно, конечно, прикупить такую насадку, но я сделал для себя сам. Не хуже заводского. Ну вот, ребят, наглядный пример. Вот еще полуфабрикаты мои. А вот уже готовое топорище. Все уже отшлифовано, все гладко, четко. Без занос, без ничего. Вот так и работаю. Сейчас еще по-быстрому это сделаю. 4 штуки. Я работу закончил, весь такой в пыли, ну, переодеваться не стал, в принципе, не жарко было, потеешь, когда ты топором работаешь. Вот такое топорище уже готовое получилось. Отшлифовал, все гладко, все четко, легкий, крепкий. Из березового материала. Конечно же, сейчас не по старинке сейчас работаем. Как мы видели, шлифовал болгаркой, вот таким кругом шлифовочным. Основную работу подогнал. Раньше как рубанком, маленьким рубанком все делалось. И шлифовали наждачкой. И здесь вот эти углы шлифовали стеклом обычным. Бутылку разбивали, обычную полулитровую бутылку, и этим стеклом, ну, равняли все. Вот эти углы стеклом — самый хороший вариант. А сейчас все делается быстро и качественнее. Это болгаркой. Короче, одним словом, все показал, как я делаю. Вы просили, подписчики, как я делаю топорище. Вот, вкратце показал. Это, в принципе, надолго хватит. Вот такие топорища. Одним словом, спасибо вам
кто досмотрел очередной мой фильм «Поделки своими руками». Ждите новое видео. А на этом все. Всем пока.